Всем привет, с вами Жанна. Готовлю блинчики из замороженного горошка. Потребуется замороженный горошек, уже разморозила, яйцо, соль, разрыхлитель, сахар, мука и молоко. С горошка делаю пюре. Яйцо. Соль. Сахар. Разрыхлитель смешаю с мукой. Добавляю постепенно молоко. Тесто должно получиться такое. Надо смотреть, может быть, чуть больше муки если добавить, уменьшить молока, в зависимости от того, насколько сочный горошек. Разогреваю сковороду. И смазываю. Докладываю. Жарить примерно по минут 4, пока не появятся пузырьки. Необходимо еще смажь сковороду. Обжарил с обоих сторон. Очень приятный запах. По вкусу скажу так, если нравятся кабачковые блинчики, то и понравятся гороховые блинчики. Гороховые блинчики готовы. Приятного аппетита!